Первый официальный рабочий день нового года в Омске начался с затруднений на дорогах. Омские автовладельцы и пассажиры общественного транспорта коротали минуты в утренние часы в семибальных пробках. И причин этому несколько. Некоторые горожане, не рассчитавшие время после продолжительных выходных и выехавшие позже обычного отсюда и скопления транспорта, и дороги, что сократились на одну полосу из-за неубранного снега. Претензию на это сегодня журналисты адресовали мэру. Вячеслав Двораковский согласился с тем, что дороги чистили плохо, раскритиковал подчиненных и рассказал о работе над ошибками в мэрии. Поскольку в Омске элементарно не хватает техники, решили привлечь к вывозу снега дополнительные силы и средства. У нас на эти цели запланирован 51 миллион. Сейчас мы посчитаем, сколько нам нужна, какая структура этой техники, потому что помимо вывоза снега нам нужно заниматься и другими работами по благоустройству и содержанию дорог. Вот. А пока мы намерены привлечь 20 автомобилей на конкурсной основе для вывоза снега, чтобы к периоду весенних паводков город освободить от снега и, что называется, риски подтопления исключить.